В областной библиотеке имени Сабита Муканова прошла онлайн-выставка, посвященная 175-летию со дня рождения великого поэта Жамбыла. Экспозиция книжной выставки состояла из трех частей. Первая включала в себя все его произведения, во второй представили труды отечественных и зарубежных ученых и писателей, которые занимались изучением жизненного и творческого пути поэта. В третьей части выставки зрителям показали эксклюзивные архивные фотографии с изображением Акына. Тут же продемонстрировали самый первый написанный им сборник стихотворений. Жамбыла Жабаева можно назвать поистине уникальным человеком. Он внес значительный вклад в развитие поэтического искусства казахского народа, посвятил жизнь продвижению общечеловеческих ценностей. Всегда в своих трудах воспевал добро, справедливость, честность. Через свои стихи и кюи пытался привить народу чувство патриотизма. Всегда упоминал о дружбе народов. Все поэтическое наследие, которое оставил после себя Жамбыл Жабаев, вошло в золотой фонд духовной сокровищницы казахского народа.